еще в этих игроков ощущали баланс, что в середине некому было играть, и вот в этой зоне были мы уязвимы. И когда команда устала, было очень заметно, то есть разница в классе, разница в мастерстве, плюс соперник играет быстрее, все намного делает аккуратнее, точнее, здесь разница между нами сегодня была заметна, но опять же можно было нивелировать, и первый тайм мы сыграли достойно, создали моменты, но, к сожалению, мы не забили, они забили, но в этом сегодня есть разница между нашими командами. Начал лучше, имел два момента, но потом больше ничего не создал, серьезно. Да, это опять же, мы говорим о том, что сегодня пока команды не хватает, и в отсутствии ключевых игроков, то есть совершая невынужденные потери, невынужденные ошибки, и недостаток именно индивидуального мастерства, даже технического, тактического, в конце концов сказывается. У нас в втором тайме нам было очень тяжело во всех. Че, на обратных замен игроки встали? Ну, естественно, кто-то сыграл 70 минут, потому что, если казалось, дорога, если мы вчера пропустили тренировку, ехали вместо запланированных 10 часов 14, и это не может не сказаться.